думываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение. И, как вы знаете, мы вели переговоры с нашим союзным государством, с президентом Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. Как я понимаю, сейчас вообще Россия по некоторым подсчетам... Это использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства. Но и частью ядерного сдерживания. Как вы относитесь к этому? У нас, во-первых, нет такой необходимости. А во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия. Вот, это первая часть. Вторая заключается в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном, понимаете, как у нас в народе говорят. Значит, экономической стабильности, о том, как складывается экономическая ситуация.